Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И сегодняшняя серия будет посвящена недавнему обновлению этой игры. Ну что ж, давайте потихоньку разбираться. Во-первых, вы можете обратить внимание, что у меня в данный момент 355 тысяч голды. Вы спросите: Рэй, откуда у тебя такая сумма? Давайте я вам объясню. Как видите, у меня 15 уровень, да, и всех своих персонажей, да, я прокачивал до 15 уровня. Но разработчики все это дело пофиксили, и теперь максимальный уровень стал 13. То есть, а разницу, да, если они были у меня 15 уровня, а сейчас 13, вернули в виде голды. Вот таким вот образом у меня накопилась такая вот сумма. Второе, что я хочу отметить, что некоторые персонажи получили специальные возможности. Например, берем Кэпа и смотрим. Все юниты из SWAT-команды получают бонус к скорости перезарядки. Отлично. Давайте смотреть дальше, у кого что появилось. Так, ну у бочки ничего нету. Так, что у нашего бойца здесь? Получает бонус к скорости бега на 3 единицы. Отлично. Ага, тюремщик. У него ничего нету. Друзья, кстати, вот вы заметили, да? Есть замочек. То есть, я думаю, что в скором времени какие-то специальные возможности получат и остальные персонажи. Но вот когда это будет, я пока не знаю. Так же, как мы видим, у нас, да, спикопс тоже ничего не получает, у него ничего нету. Хотя мы можем купить, смотрите, за 10 тысяч. А ну-ка. И что он? В момент смерти падает случайный боевой предмет. Ух, погоди-ка, я могу так у всех купить? Нет, друзья, не у всех. Например, здесь ничегошеньки не могу я сделать. А почему, пока непонятно. Хорошо, здесь мы купили скилл. Так, давай посмотрим, что у нас у психа. Наносит в два раза больше урона по базе. Ух ты, ну это отлично. Давай дальше смотреть. У этого психа, к сожалению, да, у берсеркера ничего нету. Едем дальше. Наш фермер, кстати, я могу тоже купить. Давай посмотрим, что у него приобретется. С 50% вероятностью выстреливает из двух стволов, отталкивает и замедляет противника. Слушай, это имба. Это очень круто на самом деле. Ха. Ну тогда поехали дальше. Так, у Лестера что у нас? Ага. То есть у Лестера эта специализация уже присутствует, да? А фермеру мы ее купили. Понял. Так, что у нас у строителя? Наносит в два раза больше урона по базе. Ясно. Давай дальше смотреть. Так, механик. Если после атаки молотом происходит убийство противника, то следующей атакой снова атакует молотом. То есть он бьет молотом, убивает врага и сразу же делает еще один удар молотом. Это круто, потому что удар молотом у него — это просто имба какая-то. Убивает практически любого юнита. Отлично. Так, у Пайпер мы видим ничего не можем приобрести. Странно. Ну, медпакета понятно все дело. Так, что у нас у дровосека? За каждое убийство получает 1,05% бонуса к урону. Я правильно понял? 1,05 или 105? Нет, по-моему, одна единичка здесь, да? Потом точка. Ладно, хорошо, давай дальше посмотрим. Пожарный. В момент смерти может кинуть молотов впереди себя. Ух, отлично. Так, наша снайперша, да? Бенни Шарлотта. За каждое попадание подряд получает бонус к урону на 1,01%. Хорошо. Так, ну коктейль молотов ничего не получает у нас. Угу, Глен. После второй смерти встает третий раз. То есть теперь он три раза может встать. Он имбой станет тогда. Ну, полицейский, как мы видим, ничего не имеет. Ага, наш гренадир. В момент смерти может кинуть гранату впереди себя. Замечательно. Главное, чтобы в этот момент наши герои не стояли впереди этого гренадира, а то будет там жаровня. Ганслайдер, что у тебя? Получает удвоенную обойму. Он и так нехило жалит. А плюс еще удвоенную обойму. Нормуль. Так, ну, нитроген ничего нету. Так, снайпер.
пулей пробивает бронированных... Ох, ёлки ты палки. Я помню, раньше она не могла пробить того же самого Кэпа, потому что он имеет иммунитет к пулям, потому что он в броне, да? А тут, смотрите-ка, она пробивает броню. Слушай, ну это имба. Давай дальше глянем. Так, ну что, сварщик ничего не получает у нас, да? Карлос получает огненные пули, которые поджигают противников. Слушай, ну это вообще круто. На самом деле, вот эти вот обновления, которые, да, в плане вот специализации, очень даже кстати. Так, охранник получает щит на 15 единиц. Слушай, а как это интересно будет выглядеть? Мне бы хотелось посмотреть. Так, медик в момент смерти кидает две аптечки. Ух ты, солидно. Так, наш огнеметчик получает бонус к скорости бега на 3 единицы. Кстати, вот это полезная штука для него, потому что он еле-еле ходил в свое время, да? Еле передвигался. Ну, как мы видим, у солдата ничего нету, но скоро, видимо, что-то появится. Я даже не знаю, что ему добавят. Может быть, он будет бить дольше и больше, без передышки. Это было бы, кстати, очень хорошо. А то он 3 удара делает, потом вот эта вот отдышка у него такая. Устает он, бедный. Так, ага, рейнджер, что у него? Некоторые выстрелы отталкивают противника. Слушай, тоже неплохо. Угу. У Вилли, к сожалению, ничего нету. Так же, как и у Свата, да? Ага, легкий солдат тоже ничего не имеет. Вот это да. Ну, Кэрол-то, понятное дело, ей, она и так имбовая. Что еще можно дать? У агентов тоже мы ничего не видим. Жаль. Ага, Куин, что же у нее есть? После взрыва гранаты остается огненная лужа. Ух ты, круто. Причем не забывайте, что гранаты она может бросать одну за одной, в отличие от гренадира. Шикарно. Так, ну и у турбо тоже ничего нету. Ну что, ребята, вот как-то так вкратце мы с вами, да, посмотрели спецвозможности каждого юнита. Ладно, что еще у нас новенького? Я, наверное, думаю, что больше ничего нету. Давайте-ка мы заберем награды. Зайдем в сейф. Он у меня заполнен. О, военный ящик, спасибо. Давай глянем, что нам здесь выпадет. Так, билетик я вижу один, да? Отлично. Это что, у меня... А, нет, фу ты, елки-палки. Я уже подумал, что у меня 30 легендарных ящиков. Чуть не обрадовался. Нет, это была ошибка. Так, ну и надо продать. Продаем, ребята, всякий хлам, который мне не нужен. А у меня его здесь целая куча. Давай, поехали. Еще, как говорится, немножечко срубим монеток, да? Я, правда, не знаю, куда мне эти деньги тратить, если честно. Ну, у нас сейчас идет событие. Да, универмаг. Там, где мы должны убивать как можно больше зомби. Ну, все-все понятно. Ну, что ты тут мне прогружаешь 3 часа, а? Так, ну что же, смотрим. У нас здесь, ну, понятно все. Персональная цель 150. То есть 150 нужно убить зомбарей, да? Ну, этим я заниматься пока, наверное, не буду. Так, получить... Ага, получи сегодня новое задание. Потратьте 20 топлива. Это легко делается, вообще элементарно. Так, но меня, знаете, что интересует больше? Я в лиге 7. Угу. Так, может быть, нам попробовать немножечко... повоевать? Но перед началом, наверное, надо заменить команду. Или не стоит? Давай посмотрим, как у нас сейчас получится. Поехали, ребята, в бой, как говорится, идут одни мастера. Поехали. Ага, я понял. Но, как видите, тут все шикарненько, да, у нас получается. Мы двигаемся сразу на вторую волну и смотрим. Ай, красота. Имба просто-напросто. Двигаемся дальше. Как вы помните, нам нужно победить 9 боев подряд, чтобы сразу же перейти на следующую лигу. Не знаю, получится у нас или нет, но в данный момент у нас 3 победы. Ай, по красоте. Кэрол выдает такого джазу. Просто. Я представляю, если ей дать еще какую-нибудь определенную специализацию. Это будет просто имбище какая-то. Хе-хе-хе-хе, сгорел на работе, чувачок. Пока неплохо идет, но вот я, знаете что, не могу никак понять.
как у нас снайперша пробивает броню. Как бы вот это вот досконально посмотреть, да? Было бы прикольно. И посмотреть заодно, какой она наносит вообще урон. Это тоже, кстати, немаловажно. Ну, как видите, пока мы с вами вообще идем на изи, у нас уже 7 побед. Турбо отдыхает. Нулевой уровень у снайперши, естественно, ее тоже размозжили. То есть еще одну победу мы с вами делаем и, соответственно, автоматически уже перейдем на следующую лигу. То есть на 8-ю. Ой, Кэрол, ну ты красота, просто жарит всех. Пока ее не подбили, она... Так, а вот здесь уже, да, противничек серьезный. У нее даже там Сонька есть. Ты представляешь, если бы у Соньки были бы пули зажигательные? Это было бы вообще труба полная. Так, Кэрол, успокойся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Рейнджер. Нет, друзья мои. Мы не имеем права проиграть. Вот сейчас посмотрим. Ты видел? Она легкого солдата просто с выстрела снесла. А по идее не должна бы. То есть она действительно пробивает броню. Четенько. Это просто имба. Снайперша молодец. Ну что ж, друзья, как я вам говорил, мы переходим на 8-ю лигу. Ха. Так, и смотрите-ка, тут уже не надо ждать нам набора команды, тут уже все собрато. То есть мы можем смело отправляться. Поехали! А почему бы и нет? Так, ну что тут, 8-й, 7-й. Да это, в общем, сосунки, ребят. Этот уровень мы пробьем с вами на изи. Оу, опасно было сейчас. Как-то, как он взорвался, я не понял. А, наверное, когда у нас гренадир погибает, да, он бросает перед собой гранату. По-моему, было так. Ясно, хитро. Максимальная лига у нас, если вы не забыли, 10-я. Так, а вот это мне не нравится, друзья мои. Вон она, граната, да, упала, по-моему. Или мне показалось. Когда упал вражеский гренадир, я имею в виду умер, он что-то выкинул. Я подумал, что это была граната. Ну, видимо, нет. Ай, красота. Слушай, довольно, вот как-то вот сейчас бои проходят более динамично. Или мне, может быть, так кажется, потому что я давно не играл. Воу-воу-воу. Кэрол аж прям со спины врагов валит. Молодец, девчуля. Так, а вот тут максимальные уровни врагов. 13-го, друзья мои. Но, как видите, мы выиграли. Да что ж такое, что ж происходит? Кто их там убивает постоянно? На каких гранатах они взрываются? Так, тихо, не надо. Да что ж ты встал-то, давай. Ну, ух ты. А что, полицейский стал уже такой крепкий, что его гренадир с трех ударов только может только с третьего удара завалить? Хм. Так, Вилли упал, ну и Кэрол, конечно же, добивает. Так, ребята, уже 8 побед у нас. Уже 8 побед, быстро мы с вами что-то идем. Ага, Пайпер, я вообще удивлен, что Пайпер сейчас берут в состав лиги. Для меня так лично Пайпер вообще не имеет здесь никакой ценности. Ой-ой-ой, молодец, механик, умница. Ну что, по идее, мы уже автоматически с вами переходим на следующую лигу. Уже не имеет значения, проиграем мы здесь или выиграем. Ну, побед уже 11 даже. Слушай, а может быть я путаю, может быть здесь надо все-таки 12 побед сделать? Тихо. Ух, красота. 12 побед, друзья мои. Хм, а боевки продолжаются. Ох, тихонько. Слушай, круто. То есть ей пофиг на броню, она сшибает любого, кто бы там ни был. Если она попадает, да, критом, то вражина падает. И это есть очень хорошо, друзья мои. Так, уже 14 побед. Что-то мы с вами куда-то... Куда мы там с вами бредем-то, извините меня? Что-то выпадает, я не могу понять, что... Друзья, 15 побед, 210 монет я зарабатываю, и мы автоматически переходим с вами, да ведь? Ну, естественно. Лига 9, как вы видите. Ух, назарабатывал-то. И вот у нас 9-я лига. То есть, ребята, если я здесь ее прохожу, мы с вами попадаем в 10-ю. Хотя неизвестно, может быть, они уже продлили. Может быть, уже и 11-я, и 12-я, кто его знает. Пока, как я вижу, команда там не собрата, я могу заглянуть, пожалуй, кого-то сюда. А где мои? Ага, вот они.
Вот они мои ящички, 5 штучек обычных. Давай вскроем. Ну, от них, конечно же, ничего существенного ожидать не стоит. Тут будут консервы, все этого первого, второго уровня. Редко, когда тебе выпадет что-то на третий уровень. Ну, один бакинский выпал. С долларами всегда, ребята, была проблема в этой игре. Поэтому не удивляйтесь, почему тебе дают так мало. Зато денег 337 тысяч. Куда их тратить, ума не приложу. Раньше, да, раньше была цель у меня получить уровень, да, и прокачать наших персонажей. Но теперь я даже не знаю, что делать. Видите, максимальный уровень достигнут. То есть автобус 13 уровня, я выше прыгнуть не могу. А раньше у меня был 15 уровень автобуса, соответственно, и персонажи были тоже 15 уровня. Я не знаю, ребята, в чем суть, для чего они это сделали. Но как они будут проходить, ребятушки, последнего босса этой игры. Может быть, его тоже пофиксили, и он стал изейшим. Кто его знает. Может быть, вот этого вот босяру на 13 уровне. Слушайте, я его проходил на 15, если не соврать. А тут теперь придется ребятам на 13 уровне проходить. Кстати, есть еще одна занятная вещь, которую внесли в игру. Если мы нажмем с вами на любую миссию, да, у нас появляется вот такая штука. Посмотрите популярные колоды. То есть популярные колоды, которые рулили именно на этой миссии. Не знаю, правда, сколько... А, вот как быстро, не надо ждать даже. Ну и вот вам показано, кто что и как проходил. И что при этом применял, да, например. Вот, например, боевик 89 брал вот такую вот команду себе, да. Мы видим тут морской пехотинец, копатель, фермер, ну, турель, естественно, генератор и пайпер. И при этом всем он тратил 4 берса, ну, так скажем, гнева и одну откатку, да, на скиллы, на юнитов. Ну, он прошел на 2 звезды, а меня здесь, соответственно, нету, да. Меня здесь, наверное, не будет, друзья мои. Потому что это было давным-давно. Видишь, есть какой-то рей, но на масты. Но это не я, скорее всего. Нет, это, наверное, не я. Хотя фиг его знает. Меня же здесь не рей на масты звать все-таки. Да, друзья, нету. Ну, приблизительно вот вы можете посмотреть. И если у вас есть такие уровни, да, и такие вот персонажи, то у вас есть вероятность пройти эту миссию на 3 звезды, как вот, например, здесь. Ну, почему, интересно, популярные топы, даже те, кто прошел на 1 звезду или на 2. Я как-то вот немножко не понимаю этого. Слушай, а если, предположим... а давайте, знаете, что сделаем? Попробуем пройти. Слушай, мне бы вспомнить, что здесь у нас в 135-й миссии. Давай посмотрим нашу команду. Так, ну, естественно, Аустин здесь нам не нужен. Давайте-ка мы, наверное, поставим что-нибудь посерьезнее, да? Кого-нибудь. Ну, например, давай выберем сват себе. Бочка. Бочка мне, наверное, не нужна, а вот турелька, скорее всего, здесь пригодится. Я просто, друзья, не помню, что там за противники будут. Вот так вот сделаем. Ну что, попробуем? Вот таким вот составом. Заценить вот эту миссию. Да, давненько я здесь не играл. Фух. Я даже не помню, какие здесь монстры. Ох, ядрить тебе на корень. Этих паршивцев я помню, друзья мои. Кстати, вот если бы я сейчас вызвал бы сюда агентов, они бы его расстреляли бы, он даже бы ничего не сделал бы. Так, ну что, идет Хлобуда у нас. Ох, нет. Только не ты. Да, ребята, эта миссейка будет еще та, по ходу дела. Ладно, ой, тут еще и камикадзе. А я бочку, да, убрал? Ой, дурилик. Ладно, давай, поехали. Так, друзья, по-моему, это плохо сейчас все будет у нас тут. Да, бочку, конечно, я зря убрал. Ну ладно. Это пробная заходка у меня. Я просто хотел посмотреть. И я теперь вспомнил то, что и с чем. Ну давай, 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 давай. Бомбим.
Три звезды, конечно же, друзья мои, мне не светит получить, потому что уже у автобуса, как видите, пол хп нету. Что-то как-то с энергией очень туго у нас идут дела, если честно. Давай-ка я вот сюда, наверное, генератор поставлю на всякий случай. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо-то все. Как все, дружище, плохо у нас. И опять эти камикадзе. Ай-яй-яй. Бедный мой морской пехотинец, а. Давай-ка так попробуем, наверное. Что там взорвалось, я не могу понять. А, генератор мой взорвался, да? Так, а если я вот так сделаю? Пускай у нас тут две турели будут стоять. Ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, друзья мои, бомби. Да ёпрасоте. Ну куда ты там поскак... Хорошо, ладно, пускай будет так. Сонька, выходи. Камикадзе бегут, ух. Да. Жестко, друзья мои, жестко, ничего не могу сказать. Эти хулиганы не дадут мне просто подойти, да, наверное, или подойду я? Да чтоб тебе, сколько там этих камикадз? Давай генератор поставим сюда с вами. Ну-ну-ну-ну-ну, бомбим, бомбим. Так, через 37 секунд придет волна. Да, друзья мои. Печалечка какая-то, по-моему. Ну давай-то раскрасим сайты этого хламона. 20 секунд. Так, успеем или нет? Как думаете, друзья, а? Я что-то сомневаюсь. Сноровка потерялась. Так, давай попробуем еще. Соньку позовем. Ой-ой-ой, сейчас побегу, друзья мои. Волна сейчас будет. Одна секунда. Если не успеем, то нам хана. Ну, есть, а мы успели. Фью. А, это уровень у нас невозможно, оказывается, был. Ну, как видите, друзья мои, да? На две звездочки я прошел, но... Потому что я здесь давно не играл, не помню. Теперь-то я знаю, что надо брать с собой бочки, да? Как можно больше синих. Или красных. Ну, красные, конечно же, будут лучше. Но я в топ, наверное, не попаду. Стопудово. Какой, скажу, топ? Иди отсюда своим топом. Про три звездочки говорил, сам на две звезды прошел. Ну, поверьте мне, друзья, это все уже в прошлом. Потому что эти миссии у меня давным-давно все пройдены на три звезды. И кто не верит мне, может посмотреть предыдущие мои видосики. Там все прекрасно показано, кем и как надо играть и проходить. Ну что, друзья, наверное, на этом и закончим этот видосик, да? Всем большое спасибо за просмотр. Это была такая ознакомительная серия по обновлению. Так что до новых скорых видосиков и удачи вам!